Всем привет! Сегодня я решила приготовить рыбу и подумала, а почему бы мне не поделиться с вами этим замечательным рецептом? Давно не снимала, у меня одна моя подписчица спросила, где рецепты. Мне было очень-очень приятно, что вы ждете мои рецепты, может быть, не все, но, в общем, было приятно. Значит, рыба у меня самая простая, хек, минтай, треска, я не знаю, наверное, минтай. Вы можете взять любую другую рыбу, вы можете взять рыбное филе, это будет даже лучше, там семгу какую-то. Если вы будете готовить семгу, то там вообще все просто. И я сегодня вам покажу необычную подачу, если вот к приходу гостей будет просто замечательно. Дальше, что нам еще понадобится? Значит, если вы возьмете рыбу и сверху ее посыпите луком и греческим йогуртом с горчицей, то это будет на атаку. Все то, что я буду дальше рассказывать, это уже на чередование, на закреп и абсолютно не диетическое блюдо. Что нам нужно сделать? Я вот взяла помидор, я его порезала. Здесь у меня греческий йогурт с горчицей. Туда я сейчас потру еще чесночок. Не хотите чеснок, не трите. Небольшой прям зубчик. Здесь, наверное, полстакана, может быть, чуть больше греческого йогурта. 4 ложки. Вполне себе достаточно. Все это перемешиваем. Соус готов. Теперь в помидоры я добавлю укроп. Мелко порезать. Вы можете добавить петрушку, все там приправы, травы, все-все, что вы любите. Все сюда. Перемешали. Дальше луковицу я почищу и порежу полукольцами. Вот так. Вы можете кубиком порезать, как вы хотите. Лук тоже готов. Дальше рыба. Рыбу я очистила от вот этой верхней скорлупы. Ой, чешуи. Все, теперь я ее слегка посолю. Можете приправу какую-то использовать, я не буду. Потому что будет с чесночком у меня соус, и этого вполне себе достаточно. Все. Теперь, сейчас я помою руки. Самое интересное. Берем пергамент. И вот знаете, если у вас рыба будет такой большой кусок, допустим, целое филе, вот таким образом сделайте, чтобы она вот у вас поместилась вот сюда. У меня маленькие кусочки, поэтому я сделаю вот поперек. И складываем вот таким образом пергамент. Вот так. Теперь вы можете взять красивую там веревочку. У меня вот это закреп для... Закреп. Для... Леш. Рукав для запекания. Вот к нему вот такие бывают проволочки. Сворачиваете с двух сторон. Скрепляете. Вот таким образом. Раз. И с другой стороны. Вот так. Закрутили. Теперь... Раскрываете вот эту лодочку вот таким образом, видите? Вот. И укладываем сюда рыбу. Вот так вот положили рыбку красиво. Все, лук. Если вы на атаке, все, полили соусом и достаточно, да? А я еще положу помидор. Вот сюда. Вот так. Дальше я налью немного оливкового масла. Пол чайной ложки.
Вот так. Еще я хочу сбрызнуть чуть-чуть лимончиком. Вот так. Поперчу. Вот так. Сверху сделаю вот так соус. Вот такая получилась красота. И вот так вот я сделаю всю рыбу и поставлю в разогретую заранее духовку 180 градусов примерно на 20 минут. Если у вас большой кусок рыбы, там будет 30 минут. Все, поехали. Вот такое блюдо получилось. Посмотрите, какая красота. И вообще, я считаю, Дюкан гений. Кто так считает, ставьте лайк. Может, это вас простимулирует. Всем приятного аппетита, худейте с удовольствием. Всем пока!